是一条线。屏幕的触摸是好的。OK。No problem。下面第一步，我把这个镊子做成这样子的，凸的。好，把这里面。OK 了。180，stop。OCE 胶的膜，然后我们把它的线翻开，чуть-чуть поддули, просушили. Можно в антипылевой комнате просушить, поддуть, можно самому поддуть. Это очень важно. Это очень важно, говорит. Окей. Все нормально работает.那我们开始涂胶。基本蓝色的就最好了，没有货。Образец нового сепаратора только что здесь стоял, забрали. Придется на этом делить.
可以，没问题，很好。那 группа 出家完成就已经完成了大半分了。Сколько стоит на сегодняшний день ремонт Samsung Galaxy S7 Edge? Пишите в комментариях. 已经差不多了 ，OK 了。大膜在下面。Снизу пленку. Та, которая большая. Угу. Они с двух сторон защитными идут. Та, которая большая, она снизу должна быть. Та, которая короткая, короче, должна быть сверху. Что ты это, 刚才? Что ты это? 刚才是对的。Я думаю, что допустила ошибка, было все правильно. Гайба. Тига. Все, нажали кнопку, крышку подтолкнули, пресс пошел. Я яйца. Шительно, я додел. Все, я. Шитен, 50 мя. 50 мя, я. Четыре. Ага. Оставшееся время 50 секунд. А метайся.温度40. Температура 40. 太阳了。没问题，отлично。不用太紧，稍微挨着就行。Смотри. На русском. Чупа, что такое? Чупа. Чупа. 5 минут. 3 минуты, говорит, можно. 3 минуты можно. 5 минут. 3 минуты, говорит, можно. 3 минуты можно. Ну, все самое яркое.
Дальше я буду идти. На ней, что же сейчас это改了? 调了? 现在贴合压力要改成4. 贴1斤, 贴OC加6. 应该是用你的手机拍视频最好，这个小米质量不行。 давление поменяли на 4. Да. А? Что? Неудобный аппарат. Доработанный. Самый последний. Самый новый. 有情况吗？这个刚才那个没有用，用一次贴来撕这个膜的，没撕好。时间要多久？这个贴合，刚刚压力是调到4，时间3分钟。 时间贴合是50秒。50秒啊， 50 секунд. Давление поменяли на 4, время поставили 50 секунд. Теперь удаляем пузыри. Сколько? 15 градусов. Hey, 没问题。触摸呢？当回去了，触摸马上测试。测试。Все, тестим. Финальный результат. Окей. Повозка уже была. Это сейчас за, а раз, два, три, четыре. Эй. Не可能不行的. Окей, да? Окей. Вот мы заработали сколько? Okay. Сколько курения прошло? Меньше часа.
Эвенхаген. Отлично. Окей. Bye-bye. Пишите, звоните. Да, вот, цай, 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 Короче, я не знаю, что это такое, но... 5 минут. 5 минут нужно, говорит, положить, и... ОСА пленка, говорит, ну и желудь, что схватится.